Жалобы на перевозчиков и в Ухте. Только здесь не на цену, а на сам маршрут до Яриги, 112-й. В последние дни он часто переполнен, жалуются жители поселка, и снимают на камеры, как непросто войти в салон. Кто не помещается? Дверь не закрывается. С 1 января один из двух действующих на территории Ухты перевозчиков изменил схему движения автобусов по 112-му маршруту. Его продлили, перенеся конечную остановку с автовокзала на торгово-развлекательный центр. С тех пор в час пик и начались давки, жалуются пассажиры. В общем-то, они и вовремя ходят, но в то же время, да, слишком много людей, толкучка. Они всегда переполнены в 12. Всегда. Пятерка редко ходит. А в какое время они еще переполнены? Ну, сейчас пик, особенно когда люди едут на работу и с работы. Не уехать им с Ярики, когда они едут, вот, допустим, конечная остановка, если садятся, то там заполняется. А так как поясняет директор организации перевозчика «Автолайн», причиной коллапса стало не изменение маршрута 112, а сокращение рейсов на другом маршруте, номер 5. Он идет из Ухты в поселок Шудаяк, расположенный по пути в Яригу. Из-за того, что теперь автобусы по этому направлению ходят реже, шудаякцы пересели на ярикский маршрут. Тем временем рейсы до Шудаяга обслуживает другой автоперевозчик – Ухтинское автотранспортное предприятие. Там поясняют, автобусы на самом деле сократили, а все потому, что теперь 112-й почти полностью дублируется пятерку. Ситуация с маршрутом Ухта-Ярига остается напряженной, и решать проблему с перевозчиками ухтинская администрация планирует на общем совещании. Мы будем следить за тем, как она разрешится.